Дорогие друзья, всем привет! Сегодня с Алексеем мы отправляемся в город Орел на запуск ДТФ-комплекса от компании «Хава». Это новинка. Нам по индивидуальному заказу сделали и собрали комплекс на трех печатающих головках i1600. И у нас в комплектации сейчас 4 флюр цвета. Заранее подписывайтесь на наши все социальные сети, телеграм-канал обязательно. Ну а мы начинаем. Поехали. Так, мы имеем 3 печатающие головки. Печатающие головки i1600. Мы их уже установили. Сейчас прокачаем демпфера. Расцветовка у нас смиг, белый и 4 флера цвета. Оранж, грин, желтый и маджента. Вот такое количество бачков. Так, в нашем ДТФ-комплексе от компании «Хава», как вы уже знаете, имеется встроенный дымный фильтр. Вот так он выглядит. Поэтому можем работать в обычном помещении, не применяя дополнительные какие-то фильтра. Датчик температуры и влажности. У нас все закрыто специальной крышкой, здесь все аккуратненько. А так, рециркуляция белого, фильтр большой для белого, ну и сигнальная лампа на поплавки для чернил. У нас в комплекте идет наш знаменитый флексик, только у нас идет уже 22-я версия. В формате 30 сантиметров у нас теперь используются 3 печатающие головки. Еще раз повторюсь, одна печатающая головка у нас используется для цмика, другая для флюр и третья для белого. Итак, чернила у нас все залиты. Прокачаем демпфера и будем включать, запускать, смотреть тестики, подключать программное обеспечение. Ну а дальше, соответственно, печатать в нашем комплексе «Хава». Запустили ДТФ-комплекс от компании «Хава» на трех печатающих головках i1600. Мы по своему усмотрению поставили первую головку флюрную, это цмиковую, чтобы флюр накладывался первый, и построили несколько цветовых профилей. И вот что у нас получилось. Вот это у нас интеллектуальный режим, когда мы просто закидываем картинку, не накладывая спот-каналы. У нас он мешает так, как надо. Ну а вот это мы выделили именно отдельно с подканалами и налили, как говорится, прямиком из банки чернил. Ну, такой шикарный результат у нас получился. Дорогие друзья, мы запустили ДТФ-комплекс от компании «Хава» на трех печатающих головках и с 4 флюр цветами компании «Феникс» в городе Орле. Ребята давно занимаются вышивкой, сублимационной печатью. Ну и теперь для повышения своей продукции еще приобрели такой замечательный ДТФ-комплекс. Ссылочки, конечно, оставим на них в описании. Ну а так что, посмотрите на результат. Вот это у нас получился интеллектуальный режим печати флуоресцента со специальным модулем растрирования. Ну а вот это, если мы будем накладывать спот-каналы и лить, так сказать, прямиком из банки. Что, надеюсь, понравилось вам видео. Не забывайте подписываться на наши все социальные сети, телеграм-канал. Ну а так, всем до скорых встреч. Всем пока.